Печальная новость пришла из Москвы. Там скончался известный камчатский журналист Алексей Трифилов. 9 апреля ему исполнилось бы 38 лет. Свою карьеру в средствах массовой информации наш коллега начал в 1998 году с должности ведущего спортивных новостей на «Радио 3». Делал свои программы, был ведущим и корреспондентом вечерних новостей на СТС «Камчатка». Кроме того, Трифилов был первым на Камчатке ведущим, который комментировал хоккейный матч в прямом эфире. После радиостанции и телевидения Алексей работал пресс-секретарем судебного департамента края, а несколько лет назад переехал вместе с семьей в Москву. У него остались жена и маленький сын. Журналисты Камчатки запомнят Алексея Трифилова как высокого профессионала своего дела, доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на помощь. Он был другом для многих из нас. Досадно, конечно, что так рано, хоть такие верные, надежные, проверенные партнеры, друзья, сотоварищи, соратники. Безумно жаль, наши искренние соболезнования. Ну, что поделать, судьба. Ну, на самом деле, все это вообще не про него, потому что не про него, это настоящий мужчина, это очень хороший коллега, надежный друг. Очень веселый, жизнелюбивый человек, а любящий муж, заботливый папа. Вообще очень надежный человек, очень хороший, с которым ассоциируются только позитивные слова. А все, что мы сегодня узнали, это настоящий шок для всех нас. Ну, нам это очень трудно переживать. Лехи нам очень не будет не хватать. Алексей Трифилов для нас был не только профессионалом, он был человеком с большой буквы, он был настоящим другом. И несмотря на то, что он несколько лет назад уехал жить в Подмосковье, его дом всегда был открыт для всех друзей. За большим столом всегда собиралась большая дружная компания камчатцев, которые всегда знали, что у них есть друг, на которого всегда можно положиться, который всегда поможет и всегда будет рядом. У меня, наверное, сейчас нет слов, чтобы высказать ту большую боль, которая сегодня постигла всех нас. Нам очень будет не хватать этого человека. У него остались жена, у него остался маленький сын, который очень похож на него, который также играет в футбол. У меня нет слов. Ушел из жизни как-то преждевременно, скоропостижно. Мой друг, коллега, соратник по работе. Человек, на которого всегда можно было положиться. Тяжело все это. Тем более, все это произошло так далеко от нас. Мы соболезнования семье, родственникам. Кроме того, слова соболезнования в эти дни звучат и от представителей спортивной общественности Камчатки. Как известно, многие годы своей жизни Алексей Трифилов посвятил футболу и освещению многих спортивных событий. Вел спортивные новости, спортивные передачи, авторские передачи, где успешно информировал о спорте Камчатского края, популяризировал спорт. Вся спортивная общественность выражает глубокие соболезнования родным и близким за неоценимую утрату прекрасного человека. Мы будем помнить его по его спортивным передачам. Память об этом останется надолго в наших сердцах. Он действительно оказал большое значение в развитии и популяризации физической культуры и спорта Камчатского края. Мой очень хороший знакомый, товарищ, коллега по работе, коллега по футболу Трифилов Алексей. Мы не знаем подробности, как это произошло, но произошло это, как всегда, внезапно. И мы все, футбольная общественность, спортивная общественность, Камчатская федерация футбола, которую я представляю, скорбим вместе с родными, близкими, друзьями Алексея. Это был веселый, добрый, отзывчивый человек. Под каждым словом я могу подписаться. Коллектив СТС «Камчатка» и всей медиагруппы «Тройка» выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Трифилова. Мы скорбим вместе с вами.